Представляю вам набор Anti-Age для возрастной и усталой кожи. Данный набор будет отлично подходить тем, у кого уже появились первые признаки старения, преждевременные, может быть. То есть возраст оптимально 30+ для применения. Если есть мимические морщинки, если есть какая-то дряблость кожи, то данный набор отлично подойдет. Здесь есть полноразмерные версии наших профессиональных препаратов. Например, очищающий гель на мягком ПАВе, поверхностно-активном веществе, кокоглюкозиде, который для самой чувствительной кожи подойдет и не будет пересушивать ее, не будет нарушать микрофлору. После завершения очищения, то есть умывания, мы используем обязательно тоник, чтобы восстановить pH, чтобы дочистить кожу от каких-то балластных веществ, которые находятся в водопроводной воде. Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином имеет текстуру легкого геля или сыворотки, то есть он больше напоминает тонер. И его можно использовать двумя способами. Либо наносить на ватный диск и протереть лицо, либо нанести в ладошки и такими похлопывающими движениями просто впитать в кожу после умывания. Дальше мы можем наносить активные сыворотки. В первую очередь мы нанесем сыворотку Miarelax с 7% пептидом аргирелином, то есть пептидом миорелаксантом, который снимает гипертонус мимических мышц. Мы наносим его в те места, где есть мимические морщинки, то есть вокруг глаз, лоб, межброви, переносится, возможно, над верхней губой. И немножечко втираем или похлопываем. После этого мы можем на все лицо и шею нанести сыворотку с двумя видами гиалуроновой кислоты, бета-глюканом и фитокультурой яблока, которая будет увлажнять, укреплять кожу. Называется она интенсив омоложения. Тоже в небольшом количестве, буквально несколько капель, на все лицо и шею. И хорошенечко впитываем легкими массажными движениями. После этого мы дневной уход завершаем нанесением увлажняющего крема. Это универсальный, подходящий практически для всех типов кожи крем. Имеет очень легкую текстуру и увлажняет, и питает кожу. И защищает ее от ультрафиолета в осенне-зимний период, то, что имеет солнцезащитный фактор 10. Очень хорошо подходит в качестве базы под макияж. И если мы, например, вечером или утром испытываем проблему с отечностью в зоне вокруг глаз, или у нас есть темные круги, то мы можем дополнительно использовать средства специализированные. Это гель для кожи вокруг глаз с пептидом и айсерилом, который работает как раз с проблемой темных кругов и снимает отечность.